Доброго времени суток, дорогие рукодельницы, любительницы вязать крючком. Скоро у нас с вами Новый год, вот, и мы с вами будем вязать вот такую вот снежиночку. На нее идет очень мало пряжи, поэтому можно использовать остатки, и они, такие вот снежинки, очень красиво смотрятся на елке, либо же, если вы накрахмалите, то можно еще куда-то, допустим, использовать, чтобы украсить комнату. Ну что, поехали? Итак, для начала вязания, вообще для вязания использовала вот такую вот голубую пряжу, остатки. По-моему, это акрил, если я не ошибаюсь. Но, в принципе, это не важно. Этикетки, к сожалению, не сохранилось. И крючок 2,5. Итак, начнем вязать с того, что нам нужно набрать 6 воздушных петелек. Итак, затянули крючком и набираем 1. 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Теперь нам нужно наши петельки сомкнуть в колечко. То есть в первую петельку мы делаем соединительную петлю. Вот так. Должно получиться вот такое колечко. Далее делаем 3 петельки. 1, 2, 3 воздушные. И в наше колечко, в серединку, нам нужно сейчас сделать 2 столбика с накидом. И раз, два. Есть. Так, теперь мы с вами должны сделать пико из 3 воздушных петель. Для этого раз, два, три. Набираем 3 петельки. И теперь, вот видите, в основании у нас вот наши петли. Вот здесь вот в основании есть вот так вот 2 петелечки. Мы через них протягиваем и протягиваем сразу и через нашу петельку. Вот получилось у нас вот такое пико. Так, дальше мы вяжем 3 столбика с накидом в серединку нашего кружочка. Раз, два. Так, есть. И снова делаем пико. Опять набираем 3 воздушные петли. 2, 3. И вот сюда вот, через эти 2, мы протягиваем петельку. Бывает то, что оно где-то цепляется, но лучше аккуратненько протянуть. И опять 3 столбика с накидом в серединку. Раз, два, три. И снова делаем пико. Делаем 3 петли. Так. И вот видите, вот сюда вот. Вот так. Продеваем и протягиваем через все петельки. Вот. Вот таких вот пико у нас должно получиться 8. Вот в этом колечке. Провязываем так, чтобы получилось 8 пико. То есть делаем 3 столбика с накидом, пико, 3 столбика, пико. Так делаем, пока не получится 8 пико. Вот что получилось. Вот я провязала последнее пико. И теперь нам нужно соединить. Соединяем мы соединительным столбиком, который вяжем в воздушную петлю подъема. Раз, два, три. В третью вот в эту. Прокалываем. Раз и два. Вот что у нас получается. Вот такой вот первый начальный кружочек у нас получился. Так, теперь вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Так, и вяжем дальше еще 5. То есть 3 связали, итого 8 у нас должно было получиться. Раз, два, три, 4, 5. Вот такая цепочка из 8 воздушных петель у нас должна получиться. Так,
И теперь, вот смотрите, вот между пико у нас вот такие вот есть столбики, да, которые мы с вами вязали. Теперь мы должны провязать в средний столбик, вот этот, один столбик с накидом. Вот он, получается, второй, не третий, а второй. Серединку. Так, и провязываем. Ой, подождите, что-то слетело. Если слетает, лучше вернуться. Вот, во второй. Протягиваем. Так. Вот у нас получился столбик с накидом. И получилась вот такая вот арочка. Видите? Дальше вяжем опять 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять в средний столбик во второй вяжем столбик с одним накидом. Вот сюда. Так, так, вот так. И так вяжем до конца ряда. 5 воздушных петель, средний столбик, столбик с накидом. Опять 5 петель в среднюю петельку, столбик с накидом. Вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда. И теперь соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема мы должны это все соединить. Раз, два, три. Вкалываем. Все. Соединили. Вот что у нас должно было получиться. Вот такой вот кружок. Дальше. Вяжем одну воздушную петлю и столбик без накида. Сюда же, в эту же петельку, откуда мы вышли. Столбик без накида. Вот так. Так. Дальше вяжем 5 воздушных петель. Раз. Раз. Вот. Два. Три. Четыре. Пять. 5 воздушных петель провязали. И в среднюю петли арки предыдущего ряда. То есть... Вот она наша арка. Вот. В среднюю петельку предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Вот так. Столбик без накида. Дальше вяжем опять 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали. И следующий вяжем... Дальше следующий столбик без накида в вершину столбика, то есть вот сюда, предыдущего столбика. Вот, видите, вот сюда. Вяжем столбик без накида. Опять вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И в серединку предыдущего ряда, в серединку арочки, мы вяжем столбик без накида. И опять 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. И вяжем вот он в предыдущий столбик, вот сюда вот. Вяжем столбик без накида. Так нам нужно провязать до конца ряда, чтобы получились вот такие вот волны. Так, вот мы провязали, пошли, дошли практически до конца. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И провязываем вот в этот вот столбик, который первый. Вот он, столбик тот же. Вот сюда. Столбик без накида. Вот так вот. Все, замкнули мы наше колечко. Часть нашей снежинки. Так, далее мы начинаем вязать ряд середины арки. Для этого нам нужно перейти на эту серединку, то есть связать 3 соединительных столбика. То есть вот в каждую петельку, вот, раз, переход, 2, переход, и 3 в третью арочку, вернее, в третью петельку. Вот, мы на серединке арочки, вот, получилось. Дальше вяжем 1 воздушную петлю, так, и столбик без накида в эту же петельку, откуда мы вышли, вот сюда. Столбик без накида, вот. Дальше мы вяжем 2 воздушные петли. Раз, два. И в следующую арочку, уже вот сюда, вяжем 1 столбик с накидом.
сюда один столбик с накидом. Есть? Есть. Так, дальше вяжем пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И опять таким же образом, как мы делали раньше. Вот оно, наше пико. Вытаскиваем и протаскиваем. Ой, слетело. Сейчас, секундочку. Поймаем нашу петельку. Вот, протянули. И в эту же арку столбик с одним накидом. Вот, что это первый листочек нашей пушистой снежинки. Дальше мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем пико уже из 5 воздушных петель. Будет второй средний листочек, самый пушистый. И опять столбик с накидом в эту же арку. Вот так. И опять делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пиком. Вытаскиваем. И столбик с накидом в эту же арку. Вот что у нас с вами получается. Так. Дальше мы с вами вяжем опять 2 воздушные петли. 1, 2. И столбик без накида в серединку следующей арки. Вот так вот. И опять 2 воздушные петли. 1, 2. Столбик с накидом в следующую арку. Так, пико из 3 воздушных петель. 2, 3. Делаем пико. Опять столбик без накида сюда же. Ой, простите, с накидом сюда же. Опять 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Видите, вязание начинает повторяться. Так, опять делаем пико. Столбик с одним накидом в эту же арку. 3 воздушные. 1, 2, 3. Пико. И столбик с накидом в эту же арку. Вот так. Вот такие вот ушки у нас получаются, так называемые. Так, хрусталики. И точно так же мы делаем дальше, по кругу, до конца. То есть мы вяжем 2 воздушные петли в серединку, столбик без накида, опять 2 воздушные петли, следующую столбик с накидом, пико из 3 воздушных, столбик с накидом, пико из 5, столбик с накидом, пико из 3, столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Так, вот, когда под конец уже последняя у нас, вот эти последние рюшики, провязываем 2 воздушные петли и замыкаем соединительным столбиком вот сюда вот, в первой соединительной петелькой. Вот так. Вот. Теперь при желании, ну, допустим, чтобы повесить на елку или куда-то, закрепить ее, если вы не будете куда-то пришивать или украшать что-то ей, можно сделать еще веревочку. Ну, вернее, не веревочку, а такую петельку, чтобы можно было ее на что-то повесить. Например, набрать 20 петель, если вам маленькая нужна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот. Ну, если вам нужно больше, набирайте больше. Мне как бы нет необходимости, поэтому вот. И вкалываем в основание, то есть откуда мы с вами вышли, вот, да, вот откуда выходит петелька, туда мы и вкалываем и делаем соединительную петельку. Так, и протаскиваем через эту петлю. Все, вот наша петелька готова, на которую можно теперь ее повесить. Осталось нам только убрать нитки. Лишнее спрятать. Вот. И все. Наша снежинка новогодняя готова. Вот так все очень просто и быстро.
На этом наш мастер-класс окончен. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И хороших вам творческих успехов и новогодних праздников. Пока-пока!